соперника шестого поединка финальной части турнира. Весовая категория до 77 килограммов и 1,1 килограмма. Справа от меня, в синем углу клетки, боец, его боевые 70,1 килограмма, 176 сантиметров его рост, он является мастером спорта России по греко-римской борьбе, чемпионом России среди студентов по греко-римской борьбе, мастером спорта России по ММА из Астраханской области, Сагидгусен Кадыр Магомедов! И его соперник, стоящий слева от меня в красном углу клетки. Его боевой вес 77,1 килограмма. Также 182 сантиметра его рост. Является многократным победителем и призером региональных соревнований по ММА. Представляет Дагестан. Ladies and gentlemen, Абдул-Патах Султан Беков! Рефери данного противостояния по-прежнему Евгений Иванов. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Покажите красивый и честный бой. По углам. Что, Евгений Иванов дал нам последние рекомендации и дал эти рекомендации в первую очередь бойцам. И у нас полусредний вес. Интересное противостояние. Открытие турнира Сагидгусейн Кадимагомедов, который удивлял нас сегодня на протяжении всего турнира. И встречается он с Султанабековым Абдул-Патахом. Это тоже боец, который сегодня показывал очень-очень интересные поединки. Что здесь очень плотно. Абдул-Патах уже взял шею, но уже выбрался из этого захвата Сагидгусейн. Напоминаю, что в следующих весовых категориях средний вес 83,9, полутяжелый 93 и тяжелый 120,2 килограмма. Победители уже известны. Найти их можно на нашей мультимедийной платформе ММРФ. Загружены они фотографии, это так было быстрее всего, во вкладку участникам. Там примерно можно посмотреть все сетки по ходу, да, как все происходило. Также удобнее всего там смотреть трансляцию и переключаться, если несколько рингов, например, или посмотреть вчерашние поединки. Также мы там будем публиковать все эксклюзивные интервью с гостями, с бойцами, финалистами, победителями. Подписывайтесь, будет много всего интересного. И открывали мы там онлайн-регистрацию впервые в этом году. Часть бойцов регистрировалась в том числе на нашей платформе ММРФ. Подписывайтесь. Благодарим мы социальную сеть ВКонтакте, которая помогает нам транслировать этот турнир и набирать охваты. Ох, какой был удар коленом со стороны Абдул-Патаха. Остается 1 минута 20 секунд. Здесь поддавливает Сагидгусейн и не дает ему ничего активно сделать. В то же время Абдул-Патах. Ну, определился, кстати, у нас, да, уже один из первых номинантов, так скажем, на лучшего бойца. Видели вы, да, что Амараскап получил специальный денежный приз за волю к победе, так скажем. Все-таки брать противостояние его с Абдурахманом Китинабасовым. Получилось очень ярким, ярким, таким борцовским. Тем, кто любит смотреть борьбу, действительно понравилось, да. В свое время у нас было такое противостояние двух одноклубников, которые выступали на тот момент за разные клубы. Это Умар Нурмагомедов и Касум Касумов. Вот сейчас, на текущий момент, у этого боя почти 4 миллиона просмотров. Я думаю, что противостояние Амараскаба и Абдурахмана, оно было примерно таким же. А здесь мы все-таки переключаемся на полусредний вес. И Кадимагомедов Сагидгусейн продолжает давить Абдул-Патаха Султанбекова. И вот он, перевод в концовке первого раунда. Бойцы уходят на перерыв. Вспоминаем мы, да, что Сагидгусейн такой марафонец. Он просыпается во втором, в третьем раунде.
И несмотря на то, как он может выглядеть сейчас, обращаю внимание, перчатки держит. Показывают сейчас рефери Евгению Иванову, что соперник Абдулпатак держит перчатки Сагид Хусейна. Но Евгений, я думаю, принял это к сведению и будет наблюдать за этим. Вышли мы на повторы. Здесь вот, наверное, да, самым таким эффектным был вот этот бросок. С разных ракурсов мы его наблюдаем. Подсадил и хорошо поддал тазом здесь Сагид Хусейн. Опять же, такая больше борцовская история. Завершением и ярким украшением нашего сегодня бойцовского вечера станет противостояние чемпиона прошлого года Ивонина Максима из Удмуртии и мастера спорта международного класса по смешанному боевому единоборству Махмудова Шамсудина. 300 килограмм на двоих. Ждите, ждите, не отключайтесь, будет интересно. Так, ищут дистанции снова бойцы. Раскачивают, да, но в то же время, несмотря на раскачку, примерно тот же сценарий. Сагид Хусейн поддавливает своего соперника. Смотрите, посмотрите, какой прием здесь показывает Султанбеков Абдулпатак. Совершенно нестандартного приема. Ух ты! Украшение. Только кувырки мы видим сейчас со стороны Кадимагомедова Сагид Хусейна, потому что ничего ему не остается делать для того, чтобы выйти из этого положения. Всегда обратный треугольник ногами из нестандартного положения. Там больше, наверное, неудобство сейчас, да, показывает. Вот здесь более плотно уже взял Абдулпатак свой захват. И все. Понял, что тратит много сил. Остается одна минута. И снова в том же положении у нас Сагид Хусейн. Начинает поддавливать он Абдулпатак к сетке и пытаться перевести. Ну что, выходим снова на перерыв. Смотрим мы сейчас повторы этого раунда. И у нас впереди Давай.
средний вес. Здесь мы с вами видим хорошую активную работу снова со стороны Кадирмагомедова Сагит Гусейна. Сегодня уже много раз он нас сегодня удивил. Боец, который раскачивается к третьему раунду. И постоянно он находится в хороших функциональных кондициях. В то же время мы помним Абдулпатаха, и снова хайлайтовый перевод со стороны Сагит Гусейна. Не дает сейчас он восстановиться своему сопернику. В то же время Абдулпатах также является таким ярким бойцом. Хорошие поединки он провел по ходу всего турнира. Так, у нас остается 1,5 минуты до завершения данного поединка. Скоро мы узнаем победителя в полусреднем весе всероссийского мастерского турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове. Будет награждение в этом весе, 3 награждения в следующих весовых категориях, которые растут выше, да, 83,9, 93 и 122 килограмма. И остается только один бой, поэтому не отключайтесь. Выйдут у нас супертяжи с общим весом на двоих почти 300 килограмм. Здесь вот мне говорят, что все-таки два боя. 2 минуты прошло. Сейчас мне подсказали, что вроде как 83,9, все-таки бойцы готовы выйти. Посмотрим, как там Фортуна распорядилась. До этого была информация, что все-таки Багомедов Ислам получил травму. Но у нас сейчас все-таки еще 20 секунд до конца данного противостояния. Ждем мы, чем оно завершится. Ох, какие активные были добивания сейчас со стороны Сагит Гусейна. И на протяжении всего поединка победу мог одержать любой из спортсменов по итогам 3 раундов основного времени. Единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом весовой категории до 77 килограммов и 1,1 килограмма боец из синего угла Сагит.